Всем привет! Сегодня я уже с Мариной, и мне пришли три посылки. Давайте начнем с этой. Мария! Аккуратно. Клянка! Посылка. Клянка! 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 В пакете больше ничего нет? Нету. Аккуратно, аккуратно. Какая маленькая. Вся высокая. Это... Для Егора. Светильничек. Да, светильник. Ну-ка. Такой вот он. Сейчас попробуем открыть. Вот здесь еще есть всякие черепа. Он как светится, думал, но вот сейчас череп. Ничего не видно. Вот так вот если сделать, видите, там свет. А, да, видно. Вот такая вот. Поставь рядышком. Лишнее убери все, что ты открыла. Так. Теперь эту посылочку открываем. Аккуратно. Там все. Колка! А здесь тряпки. Для швабры, которая с распылителем. Зеленая вот такая вот. И красненькая. Ну давай дальше открывай. В пакете больше ничего нету, да? Нету. И последняя. Самая долгожданная для Светы. Да. Она заказывала. Громче говори. Так, в пакете больше ничего нет. Капка! Да. Там капка! Такое мягкое. Это... Ковики. Да. Это ковик для свинок. Подстилка. Как постелька. Подстилка, мягкая? Да. Очень мягкая. Ну, покажи еще раз, какие посылки были. Так, это подстилочка. Светильник для Егора. И тряпки для шваб. Да. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Махай, Марина, пока. Пока-пока. Помахай. Не хочешь? Да.